Канал «Влюбленные в путешествия» снова рад нашей встрече. Каждый из нас хотя бы раз путешествовал, поэтому знает, что практически в каждом городе или местечке есть свои волшебные места, где путешественникам предлагают загадать желание на счастье и исполнение мечты. Именно в такое путешествие сегодня и отправимся мы. Итак, в Риме есть памятник под названием «Уста истины», который сейчас стоит в портике церкви Санта-Мария и Космедин в самом центре города. Нужно вложить руку в уста и загадать желание. Здесь почти всегда огромная очередь. Еще одним весьма известным местом загадывания желаний является фонтан Кабанчик, расположенный рядом с новым рынком во Флоренции. Алгоритм действия такой. Надо погладить кабанчику рыльца, положить ему в рот монетку и загадать желание, когда она будет падать. Под его копытцами находится решетка водосбора, куда монетка должна обязательно провалиться. Следующим нашим пунктом будет стена плача в Иерусалиме. Считается, что желаемое нужно записать на бумажечке и вставить в щели стены. Это место самое людное во всем Израиле. Памятник французскому писателю и философу Мишелю Монтеню в Париже на улице Эколь, у здания Старой Сорбонны. Если потереть туфлю философа и произнести «Салют, Монтень», желание обязательно сбудется. Говорят, что традицию ввели студенты Сорбонны, питающие надежду на помощь мыслителя во время сдачи экзаменов. Если ваше желание связано с любовными отношениями, поезжайте в Верону. И обязательно разыщите памятник Джульетте. Считается, что если потереть грудь Джульетты, то желание непременно сбудется, а любовь будет вечной. Едем дальше. Карлов мост в Праге. Чтобы желание, загаданное на мосту, сбылось, нужно найти скульптуру Яна Непомуцкого. Одной рукой коснуться его, а другой погладить собачку на барельефе. Или положить левую руку на крест на мраморной доске так, чтобы пальцы касались пяти изображенных рядом звезд, и посмотреть на воду. А лучше сделать и то, и другое, чтобы наверняка. Среди других волшебных мест, где существуют похожие традиции, есть Будапешт. Здесь нужно проплыть на кораблике под всеми мостами города и под каждым загадать желание. То же самое касается тоннелей. Въезжая в тоннель, нужно затаить дыхание и загадать сокровенное. Говорят, сбудется. И напоследок. Золотые ворота Карадага в Крыму – самая знаменитая скала древнего вулкана на берегу Черного моря. Высота каменной арки – около 15 метров. И если проплыть на лодке или катере под золотыми воротами, то исполнится самое сокровенное желание. Главное – в это верить и уверенно двигаться к своей мечте. А путешествуя по миру, не пройти мимо места, которое, говорят, исполняет желание или приносит удачу. Поэтому путешествуйте! Путешествий только польза.